так, мои полномочия закончились. В яме я не смог проехать. На подъеме встал. Не, ну прилично, да? Да. Ну что, сейчас трос я дам. Наша динамка. Давай, посильней, не стесняйся. Да, круто я, круто на подъем, да? Но все-таки двумя самоблоками-то рулит. Надо кого-то другого пускать. Ну что, друзья? Немцы говорят, мы сила. А, доехал до туда же, куда и я. Ну, во-первых, у него разгон сейчас был побольше. Естественно, он подальше проехал. Ну, посмотрим. Машин сегодня много. Застрять мы не боимся. А, сейчас пневму, говорит, подниму. Отлично. Ну и разгон возьмет побольше. Ну, давай. Ух ты, хорошо, хорошо. Хорошо. Снега, конечно, много. Ну, посмотрим по его следу. Ну, во-первых, клиренс у него повыше, чем у наших Нив. Ну, давай, поехали. Отлично, отлично, отлично. Вот мощь, а, ребята. Молодец. Диман не стесняется, стравился и по. Ну а теперь Нивы. Ну видите, уже относительно легко. Нива Бронто. Что, наша очередь. Вторая пониженная. По поводу рычагов бесшумных. Пока доволен. Вроде 0 градусов, а холодно, руки мерзнут все равно. Итак, сейчас у нас другой спуск. И потом мы едем на горочки. И уже на горочках покатаемся, посмотрим резину у кого как будет гребсти, кто как едет. Так, сейчас мы патриот нам нужно вытащить. УАЗом дернем. Но как видно, да, его снесло правее. И естественно он не смог одолеть. На подъем. Так, ну Диман стравился. У него эти варианты получаются хорошо. Вот. Вот они теперь. Два УАЗ-завода будут стебаться друг на друга. Вот здесь вот наглядно видно.
свободные дифференциалы, да, которые стоят на Ниве, с блокировками было бы поинтереснее на данный момент. Но Дима не знает, никто ли принципиально их не ставит. Да ну как, на подъем, мне кажется, не выдернет. Дим, надо туда толкать, назад. Да нет, вы что? Дим, давай назад, на подъем сложно. Только назад, потому что на гору, но никак не тянет, не получается. Патриот мы спасли, вот сейчас Анатолий правильно левее взял и выйдет. Но Нивом сейчас будет нам тяжко, ребята. Разгон наимощнейший. Оказалось-то нормально с разгоном идет. Почему-то я думал, что будет Ну, Хантеру здесь, конечно, уже неинтересно, на холостых. Нива 007 на всех блокировках. Спокойно, вальяжно. Будет пробовать тронуться на льду. Легко и непринужденно. Пониженно включу. Кто победит, тому динамический трос подарок сегодня у нас. Здесь у нас яма. У меня есть видео, где я тут катался. Проезжаем, то есть после этой ямы встаем, и у всех будет одинаковый разгон. Пробуем новый динамический трос. Наш подписчик, товарищ, вяжет. Ссылочка будет на заказ. Все наши ребята и многие заказывают в разные регионы. Никто не жалуется. Тянется, интересно. Так что переходите по ссылочке. Сейчас Патриот набьет след сюда, на гору. И поиграемся в Царь горы. Молодец, пробил. Ну что, теперь, наверное, начнем бить. Ты смотри, до того же места доехал.
Кардиан-то, по-моему, резина стоит. А блокировок... Блокировок нет, ничего нету. Пока мы разгон позволяем большой сделать, чтобы набить траекторию. В принципе, уже можно делать честный заезд сейчас. Нива Бронто. Посмотрим. Не хватило? Нет. Давай пробуй. А ты на какой пробовал? Ну смотри, хороший результат. Чуть дальше. Так, у тебя резина шипованная? Шипованная. Да еще дальше, метр назад отъезжай. О, как сейчас поедешь? Давай, первая повышенная, пробы. Она, видишь как, первая повышенная более как бы в натяг, но двигла не хватило. На пониженной она пробуксовывает. Ну все, давай следующего. Давай сейчас разочек еще. Давай, пробуй. Погнал. Ну неплохо, неплохо. Ну давай, все, давай, след. 2 литра без электроники, липучка, не травленный. Недалеко. Давай, давай, назад отъезжай. Сейчас он пока один, сейчас надо унизим, без кормить. Все, хорош. Пробуй, пробуй. Вот электроника, вот Алексея Дастер, который мы здесь катаемся, еще. Вот у него поинтереснее едет. Здесь принцип, как у него сейчас, у этого Дастера. Ну и подхватывает то, что хорошо. А ты на какой трогаешься? На первый? А вторая не берет? Ты пробовал? Вот давай, со второй прям попробуй. Давай, давай, давай. Все понятно, да, все ясно. Ну давай, еще разок пробуй. Разгона побольше. Так, ну что, Дастер пока не едет. Все, отъезжает. Ну что, Дастер, назад не получилось скатнуть. Колейность высокая, ну и там яма. Просто задние колеса у него вывесились, и он не смог этот участок проехать. Следующий. Итак, вот здесь самая яма находится. Мы ее проезжаем. Здесь встаем, и уже накатано. И долго. Нива Шевроле. Первая пониженная. А вот бампер задний уже пластик. У тебя сзади пластик, знаешь же, да, на бампере? Пробуй, пробуй. Давай, побольше назад. Вот человек сейчас на опыте, лишний раз колеса не пробуксовывает. Но тяжело. И сейчас наверху накатали лед. И, к сожалению, не знаю, какое чудо может спасти людей, чтобы туда
заехать. Пока не получается. Итог: Патриот и Бронто на двух блокировках. Заехали дальше. Шевроле Нива. Результат всегда почти один и тот же. Все, выезжай. Давай. В натяг, слышите? Хотел тоже не хватило. Давай, пробуй. Сейчас на второй посмотрим. Резина Кумха. Ни шипы, ни липучка. С такой резиной зацепа, конечно, меньше. Она более грубая. Но на льду, я думаю, что вообще тяжело на такой резине ездить. Пробуй. По-разному пробуй. Сейчас на первый попробую, а то вторая не хватает. Возьми побольше. Назад, давай, 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 еще больше, больше. Давай, давай. Все, вот. 2 метра, давай, поехали. Пробуй. Смотрите, а результат тот же самый. Хоть и 2 метра отъехал дальше, но все равно результат оказался тем же. Виток там накатали, блин. Ну да, давай пробуй. Ну что, моя Нива, посмотрю со стороны. Давай, топчи, не стесняйся, первая пониженная. Ну, метра на 2 поинтереснее заехал. Но подальше, подальше заехал. Блеск трещит. Все? Давай, поехали. А сейчас попробуй на второй пониженной. Давай еще назад. Давай, давай, давай. О, давай, хорош. Вторая пониженная. А нет, не хватает. Второй пониженный. Ну да. Тяжело ей. Давай тогда первую пониженную. Сдавай метра. Еще сдавай, давай, давай. Все, хорош, стоп. Метра 2. Поехали. Давай газу, газу, газу. Ну тоже не вариант, не получается. Нет, накатали лед. Да. Ну давай, выезжай, все, давай, газу, назад. Давай, 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 давай. Газуй. Ну что, Патриот. К сожалению, результат у всех одинаковый на данный момент. Ну, хоть Патриот и потяжелее, но неплохо, неплохо. Сейчас 2 метра ему дадим. Давай, 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 2 метра, давай, давай, еще, еще, давай, 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 о, 2 метра, поехали, пробуй. У меня одно колесо не травленное, оно вареное. Ага. Я на мотороллере.
Нет, не плохо. Сломал нам всю траекторию. Теперь будет всем тяжело. Ну и его, наверное, будет надо вытаскивать. То есть колеи ушел, как с горы катился. И набивает другую траекторию. Но тяжко, тяжко. Хотели вытащить Патрик. Ага, пошел. Постоянно вправо сносит. Ну вот у вас все равно может Хантер. Вот на примере этого Хантера участвует в разных соревнованиях, приезжает, травится неплохо, двигатель хватает именно на этот автомобиль. По песчаным дюнам катались, двигателя хватает вполне для этого автомобиля. Зайдет. Нет, у всех вообще одинаковый результат, плюс-минус. Нивы на блокировках на метр полтора, да, чуть повыше заезжают. Дастер наполовину не заехал. Хантера за счет движка, конечно, рулит. Вот это да, смотри, что творит. Молодец. Как мне сказал опытный товарищ Дмитрий Петрунин, надо, говорит, натяжечку. Натяжечку не получается, не едет она. Сейчас я выкуплю. Да, я, по-моему, повис. Да, повис. И еще вот здесь. А повис, вот на этой штуке. Нива повисла в колее от УАЗа. Ну и здесь после вас, после патриотов, согласись? Да.
это делать уже. Что сейчас пробуем? Горочка накатанная. Ну и посмотрим, как у нас нивы поедут. Надо меньше. Наверное, будем вот так. Под горочкой. Тоже легко, да? Ага. Так, Шевику потяжелее почему-то получилось. Повышенный. Не хватило. Но все равно смог. Молодец. Буквально метр разгона. Давай метр отъезжай. О, и все равно пока не хватает. А почему? Потому что уже накатали лед. Вот! Отлично! Молодец. Конечно, травленная резина решает. Ну что, и по диагонали идет. Молодец, молодец. Ну и Дастер у нас решил. Вот там у меня удар тоже был. Оп, вот он тоже. Молодец. Чуть-чуть посильнее разгонись. Да, нормально проходит.
Давай, 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 назад, топчи. Все, повис, повис. Пытаемся пробить дорогу. В гору подъем, снег метр. Только Дима может на хантере нам помочь. Назад сразу, давай. Чуть-чуть не хватает. Защита впереди загнулась, я в ремень трется. Оп. Все, сейчас защиту подправим и вперед. Решил по следу УАЗа Патриота проехать. Покажу. У меня машина просто вывесилась. Тяжело. Примерно вот так все выглядит. Сейчас дернем. Итак, где мы сидели долго, по следу Хантера я проехал, Нива Бронта прошла, и на Кумха Евгений тоже прошел. Карбюраторная Нива не смогла, встала, стоит, там очень сильное диагональное вывешивание, там или ходом, но и после меня Нивом-то, я надеюсь, было проще проехать. Ждем, смотрим. Пролечу, да и все. О, хорошо идет. Все, зад на катере. Ага. Ну, движется, получится. Он еще не по колее идет, он не по колее. Ну, а его тащило, видать. Надо было сразу гон обратно назад. Что идет, блин, 110. Ну, ну. Я 80-90. Я вести себя. Ну, все, разгон, давай.
Сбрасывай, во-во-во, заплыл. Хватило? Да. Ну все, давай здесь. Так, отходим, отходим. На первых, не, на второй идет. Избрасывай, избрасывай, давай, давай. Не хватит, не хватит. А назад страшно катиться? Назад. Только надо заднюю передачу включать и катиться. Андрей, заднюю включай скорость, заднюю. И пусть притормаживает. Притормаживай чуть-чуть. Катуйся. Не бойся, не бойся. Ну да. Карбюратор на Нива. Подъем. Тебя инжекторная машина. Да какая разница, инжектор? У меня только за счет оборота. Че, шевик тоже, да? Подстрял. Нет, нормально. Там все выпили, да? Да. Надо дастер бы пропустить было. А сейчас все распадает. Да он пройдет. А у него понижайка тоже есть? Нету. Нету? Ну, может, не видел, а то толком было. 740-литровый, но прям привет. Ему главный клиренс. У него что-то видишь, что у него ручки. Все независимые. Его установить. Он будет вообще, да? И резину в резине поставить. Патрик есть? Нет, Даска. А, Даска, да? Ну вот этот рюкзак, друг, смотрите, Даска. Смотри, легко. Да, ну видно, ребята, мы там на Нивы не грядем, мы там банкер. У вас выше, а у меня индийский резин, я там... Я же после меня Даска пройдет. Там что я там уже это, ну, сделал. Друзья, покатались мы сегодня, подышали воздухом, 3 часа где-то побыли на природе, свежий воздух, попили чаю, пообщались, пообсуждали определенные темы автомобильные, покушали сардельки, пожарили на сковороде, но было вкусно и прикольно. По машинам, все машины полноприводные показали себя достойно. Хантер, УАЗ и двигатель, и травленная резина, конечно, дает свой результат. Ну и практика у Дмитрия, конечно, большая. Чувствует машину, не зарывает, пускает в натяг, едет добротно. Патриот, ну резина другая, турбина свистит, но все равно немножко похуже, если сравнивать с Хантером. Наши два автомобиля с блокировками, это Нива Бронто и мой автомобиль с двумя блокировками АВТ. Ну, полегче едет, конечно, полегче. Ну и в горочку мы заехали на 1-2 метра повыше остальных автомобилей. Все. Нивы, Дастер со свободными дифференциалами, без каких-либо имитаций электронных. Все проехали достойно, сильных диагональных вывешиваний не было, где можно было бы проверить автомобиль. Поэтому полный привод, он и везде полный привод. Да, есть плюсы от блокировок, есть. По городу на данный момент, когда снега завалено, дороги, я чувствую себя вообще превосходно. Рулиться в поворотах, по городу кататься изумительно. По поводу бесшумных рычагов, пока вот катаюсь, мне нравится. Шум не идет из этих палок, гасится за счет этих пластиковых втулок. Пока мне нравится. Ну и все, в принципе, да. Кому понравилось, ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал. И напишите в комментариях, какой автомобиль вам больше всего понравился по проходимости. Каждый автомобиль... Даже взять два одинаковых автомобиля, посадить
разного пилота, и автомобили будут ехать все по-разному. На той же резине, да, разные пилоты, и все будет по-другому. Каждый чувствует машину по-разному. И резина у нас у всех была разная. У кого-то шипованная, у кого-то липучка. Я вот на липучке ездил и сравнивался сегодня первый раз, наверное, до единицы. Nokian RS2 резина, липучка. И по асфальту проехал до шиномонтажа, чтобы накачать. В принципе, все держит, все нормально. Не разулось, все нормально. Все, давайте, всем пока. До встречи, ребята. Пока-пока.